You're listening to DFM Dance Radio. DJ Prophet presents. In the beginning, there was the beat. Every Wednesday at midnight on DFM. Да, друзья, все верно, с вами DJ Prophet Basin Show на радиостанции DFM. Каждую среду с нуля до часу ночи, сразу же после DJ Groove, танцев для всех. И я сегодня вновь в студии не один, а крайние два раза Строганов посещал Basin Show. Собственно, играли с ним back-to-back, взорвали. Витя, большое тебе спасибо, и в частности за то, что мы с тобой выступали
вот в эту субботу на фестивале Junction Rave, которое было приурочено к открытию клуба Station Hall. Было безумно весело, с ним мы устраивали стенка на стенку, в которой я участвовал первый раз. Я очень кайфанул. Ну, я, во-первых, люблю агрессивные виды спорта, сам занимаюсь боксом, и, собственно, это было по мне, моя история, потолкаться там, побеситься. Но ноги отдавили знатно, честно говоря, да. Ну и вообще, каждое наше выступление отличается друг от друга. И в каждом есть своя изюминка. Даже несмотря на то, что какие-то треки у нас повторяются, все равно что-то мы с чем-то сводим заново. Прикольно получается, какое-то вдохновение каждый раз приобретаем. В общем-то, ребят, большое спасибо всем, кто пришел, посетил, поддержал нас, артистов. Заскался, Фонарев, Володька и прочие-прочие. И в частности организаторов, которые устраивают для вас вот этот вот праздник. В общем-то, большое всем спасибо. И сегодня у меня в гостях Green Vibes, ребята, которые пишут музыку и которые сегодня поделятся как организаторы фестивалем, который они устраивают в эту субботу под названием Jungle Planet. Yeah. Ну а пока музыка-музыка, настраиваемся. DFM Best Show. Йоу! На улице немножко потеплело, идет снег, очень клево на улице, приятно находиться, но, честно говоря, на дорогах сегодня были адовые пробки, в которых я тоже немножко потолкался, но да ладно. И сегодня у меня, к сожалению, привет,
И сегодня у меня, к сожалению, звук идет не с пульта, как я обычно делаю, потому что практически вторые сутки я уже нахожусь на площадке нашей CTON, которой я занимаюсь, управляю. Не было возможности заехать домой за оборудованием. Но в любом случае прямая трансляция у меня идет на моей стене vk.com/djprofit. Заходите, лайкайте, репостите, мне будет очень приятно. Ваша поддержка, комментируйте. И еще раз напоминаю, что у меня сегодня в гостях российский проект из Зеленограда Green Vibes. Недаром они так вот называются. Зеленые вибрации. И чуть позже я кого-нибудь дерну из организаторов. Это будет Димка, наверное, который сейчас готовится после Игоря встать за вертушки. И мы с ним пообщаемся. Один из моих любимых треков от Future Prophecies — Dreadlock. Но это ремикс. Давай, озвучивай, чей ремикс. Нашли такие! Drum sound, bassline, speed! Оу! Итак, у меня в гостях проект Green Vibes, состоит из двух человек из Зеленограда. Димка у микрофона. Дим, привет. Всем приветик. Привет. Да-да-да. Слушай, ты мне сейчас, вот буквально перед выходом в эфир, сказал, что сейчас играет ваш новый трек. Давай сразу же озвучивай. Да, называется он Outbreak. Новый трек. По поводу, где выйдет, сейчас пока не скажу. Промка. Это премьера, так сказать. Получается премьера. Слушай, мы его обкатываем. Правильно, да. Обкатка происходит в клубах, там на радиостанциях. Все верно, все как в Англии. По истокам, типа того. Окей. Собственно, помимо того, что вы пишете музыку, вы еще являетесь организатором. В эту субботу пройдет фестиваль в клубе «Правда» под названием Jungle Planet. Расскажи про него. Да, в чем фишка? Все верно. Ну, фишка, наверное, в том, что мы
Мы так решили как-то однажды, да, создать свой брендовый какое-то такое мероприятие, на которое будут как привозиться артисты как из-за рубежа, так и вот, допустим, в данный момент, которая предстоящая вечеринка, она охватывает отечественных артистов, и, соответственно, мы прям максимально, насколько могли, то есть, да, позвали, то есть, людей, там, DJ Dan, ты, соответственно, Steppa Style, Mr. Kingston, мы вместе с MC Fuse поиграем, это, то есть, там, два танцпола, да, вот, да. Вот на main арене, так скажем, ага, Fader приедет к нам, Two Mind проект. В общем, еще в общем, много, состав, да, очень большой, ребят, поэтому заходите в контакт, в официальную встречу Jungle, нижнее подчеркивание, Planet, нижнее подчеркивание 2. Это уже второй фестиваль. Собственно, первый раз он проходил в Зил-Арена. Сейчас тоже близкая нам площадка по духу. Это клуб «Правда». Тоже там я и выступал, и организовывали там свои тоже мероприятия. И Нейропанк даже там был. Ох, давно это было, да? Да-да-да, года три назад рвали там. Ну да, было очень мощно, плотно, тесно. Окей. Очень хорошо. Слушай, ну, на самом деле, в общем-то, вы решили... У вас есть два бренда, Jungle Planet и еще... И есть еще Bass Instinct. Bass Instinct, да-да-да. Это уже будет немножечко другая история, нацеленная на мейнстрим, нейрофанк звучание, более что-то такое темное. А, собственно, Jungle Planet больше на old school, правильно? Jump Up, наверное. Да, ну здесь и Jump Up, и может быть какой-то такой небольшой там легкий нейродип. Но в целом, как бы, мы не хотим ограничиваться тоже здесь какой-то конкретной стилистикой. То есть вообще Jungle Planet, он охватывает разные там совершенно саб-жанры, окей. Ну да. Там, потому что много под стилей. И вот, собственно, у нас есть люди, те, кто конкретный рок джангл с аминами, железяками играют. Ага. Есть став какой-то, что-то вроде брейка DLR, то есть такое, да, что-то нейродип. Более дип, да. Да, ну, в общем-то, понятно. Но в любом случае, друзья, мы вас всех приглашаем, поэтому приходите, состав просто огроменный, два танцпола, ребят, поэтому если вы захотите послушать какой-то другой саб-жанр драм-н-бейса, вы можете на малом присутствовать, также, ну, и на большом танцевать, в общем-то, что душе только угодно, поэтому заходите на встречу, которую я озвучивал, и смотрите, слушаем дальше музыку. Эй! Декабрь начался, и я потихонечку начинаю отбирать самые лучшие треки за 2018 год в жанре drum and bass и также его саб-жанрах. Поэтому ближе к концу декабря, начале января буду делать несколько эфиров с лучшими подборками. Да, поэтому ждите, будет вкусно, клево и весело. We'll be right back.
Кстати, в прошлом эфире ребята перед ним, даже в день, в прошлую среду, прислали мне трек, их ремикс на Orbital Hulk On and On. Я его, собственно, с него начал, пыльнул, потому что мне он очень понравился. Во-первых, мне очень нравится оригинал, я его очень люблю, еще с того момента, как я посмотрел фильм «Хакеры». И также этот саундтрек звучал в фильме «Mortal Kombat», первая часть, когда он вышел в самом конце. Да. Прям, ну, мне кажется, это прям самый как раз... Это прям очень круто заходит, поэтому, ну, он самый по себе, даже без фильмов, очень красивый. Мелодичная работа крутая, конечно, безусловно. Большое спасибо вам, что вы все-таки его реанимировали, освежили это по-своему, в частности, Drum & Bass, поэтому... Конечно. Вот. За это большое спасибо. Сейчас мы, кстати, с Димоном затронули тему, то, что идет тренд. Повальная мода до сих пор, она продолжается и, наверное, она усиливается на звучание олдскула в Drum & Bass, в частности. Вот сейчас мы обсудили новый альбом, который недавно вышел, вот Chasing Status, где много треков как раз-таки вот с таким вот подчерком олдскула. В общем-то, мне несколько понравилось, но Димон, я так понимаю, больше. Мне зашло, да. Я, если честно, вообще вот лично у меня, я прям чувствую, что сейчас прям конкретно такой тренд именно какой-то вот этой всей джангловости. Да. 90-е прям вообще просто везде сейчас. Да и Бёрд не отпускает это звучание. И технозвуки, я просто, да, в общем, да, я прям говорю о том, Извини, что... Извини, я за техно просто не сижу, времени нету. Ну ладно. Не, я к тому, что, ну, лично я вангую, что ближайший год, короче, ну год, наверное, ну тире полтора, вот прям будет сохраняться вот эта история, и будет больше еще музыкантов именно стараться добавлять в свои работы как раз-таки вот что-то такого еще оттуда, да, 90-е, начало 2000-х. То есть это какие-то такие странные какие-то звуки. Это на самом деле очень круто, когда старье вперемешку с новьем, блин, новая смесь есть такая дикая, это как... прям качает. Есть такая, да, штука по поводу круг 20 лет. И вот я вот в это верю. Прям. Повторение моды. Да. Ну, может быть, 20, в моде, в музыке и так далее. Да, верно. А вот у меня было мнение, что каждые 7-10 лет идет повторение. Ну вот я вот прям по Чирику думаю, наверное, как-то так. В любом случае рядом. Поэтому, друзья, да, этот, собственно, круг вновь замыкается сейчас, и что будет дальше? А дальше будет конкурдаун. Я понял. Слушай, ну, что касается вашего творчества, расскажи, какие планы на 19 уже, получается, год? Да, ну, у нас были, как бы, релизы на таких лейблах, как Life History, да, немножечко информации. У нас сейчас предвидится релиз, наконец-то, кстати, год спустя, но, тем не менее, это произойдет на Formation Records, про который мы говорили в прошлом эфире. На альбоме он выйдет, да, релиз? На большой компиляции Formation 200, да. В общем, это наконец-то произойдет, мы рады, все рады, что это произойдет, потому что, я так понял, проблема была в том, чтобы набрать кучу работ, чтобы все это как-то свести, отмастерить. Ну, я имею в виду у людей, которые занимаются. Там же не один СС, правильно? Там парни, команда. На самом деле, вот, блин, надо было давно уже с ССом закатать... Да, всему свое время. Не, ну вот прям надо принять ситуацию, как она есть, и все окей будет. Окей, и по поводу 19 года мы, наконец-то, вот сейчас отгремим Jungle Planet'ом и хотим уже полноценно заняться альбомом. Наконец-то прям полноценный нормальный альбом напишем. И вот пока не знаю, что, где мы его издадим, но мы его точно издадим. Все, это прям баста вообще. Ну так давайте у СС-а, бомбите Formation, подписывайте контракт, возможно, там. Возможно, да, надо будет обсудить. Почему нет? Лейбл старинный, мне вот, кстати, сейчас тоже по секрету скажу, всему свету. СС присылает все релизы, которые он выпустил на Formation Records с самого первого, там UK Hardcore вообще. Короче, Да. Собственно, он мне и посылает, и я буду делать несколько эфиров, посвященные Formation Records тоже. Это я буду делать перед февраль World of Drum and Bass, да. Хорошо, блин, очень круто. Нет, я прям... там есть очень зачетные треки. Дашь послушать. Да. И причем СС мне присылает вавки, и они весят ого-го, и я думаю, вау. Размер-то растет. Очень круто. Слушай, ну, в любом случае, ждем альбом. Я очень надеюсь, что он будет на Formation Records. Есть какое-то рабочее название? Так, для интереса. Для альбома? Не, вот пока unnamed. Ну, назовите его Green Vibes. Можем назвать его. Ну, кстати, а почему? Так неинтересно. А Green Vibes, зеленые вибрации, пускай все думают и по названию сразу же видят и название артиста, который написал. О, давай, блин, а мы можем сейчас, допустим, люди, которые... конкурс? Да, давай конкурс замутим.
этим. Да, пускай, ребята, на, в общем, на клевое название. В прямой трансляции, да, предлагайте свои варианты. Мы сейчас вообще, респект, рассмотрим. И если что-то ребятам западет, возможно, выберут. От нас будет какой-нибудь презент классный. Да, например, компакт-диск какой-нибудь подарить. Да. Да? Да. Окей, друзья, накидывайте. Я ждем, ждем. Друзья, вот что касается звучания, вот заиграл трек, и сразу же понятно, что это Break, черт побери, который выпустил тоже недавно свой новый альбом. В общем-то, трек, по-моему, оттуда, если не знаю. Я, кстати, в следующем эфире несколько треков с его нового альбома проиграю, представлю. Да. Так, у микрофона еще один из организаторов Jungle Planet, который пройдет в эту субботу в клубе «Правда». Леха. Леха, давай, кались за все. Привет. Рассказывай, что у тебя за инфа? Смотри, у нас какая инфа? Мы решили, что раз мы вместе с Green Vibe сегодня на DFM, что мы готовы подарить некоторое количество пригласительных билетов на фестиваль. Вот, халява, все. Да, халява, давай, быстрей. Вот, короче, что для этого надо сделать? Да. Объясняю доходчиво и понятно. Заходим на главную страницу мероприятия ВКонтакте. Профит уже говорил. Jungle, под нижнее подчеркивание, Planet, нижнее подчеркивание 2. Там есть куча кнопок купить билеты. Практически на каждом посте, вверху, сбоку, слева, справа.
заходим по ссылке. Там у вас будет куча билетов. Если вы хотите, например, взять какой-нибудь столик себе, не вопрос. Но если вы хотите халявы, там есть... поле, которое называется «У тебя есть промокод». Так, вижу, вот. Да. Ну, естественно, какой же мы промокод? Кто догадается, кто... Какой промокод мы сегодня... Jungle Planet? Нет. Green Vibes? Да. Вот. Так, как он пишется? За главными буквами латинскими. Green Vibes, G и V первое. Заглавное. А, остальное все маленькое? Да, остальное все маленькое. Ну, по-моему, там это не важно. Можете проверить как раз. А, ну, кстати, да. Окей, давай сейчас проверяем. Да. Сейчас проверим, как это работает. Без пробела, без пробела. Да, без пробела. Так. Убираю пробел. Ага. Так. И проверить. Давай, кнопочку проверить. Вот она, проверить. Оп. Yes. Все, у меня фри танцпол бесплатно. Все, ребята, я все с вами. Я получил бесплатный билет. Да, ребят, вот, собственно, вот такой вот подгон, поэтому... Собственно, вот именно соблюдать вот эти вот действия, о которых Леха рассказал. И ждем вас, что, в субботу, в эту, в правде. А во сколько начало мероприятия? 23:30. Так, и заканчивается? Чуть ли не в 8 утра там. Ну, короче, по вот народу вот посмотрим, потому что два танцпола. Я думаю, что мы найдем, кто поиграет еще. Ну да. Отлично, да. Отлично, большое спасибо. И слушаем дальше. Yeah. Green Vibes. Оу! Итак, Игорь сейчас заканчивает свою половину выступления. Сейчас будет Димка Пульсар. Yeah, Green Vibes. Live over the capital. Итак, за вертушки встал Димка Пульсар. Yeah. Сейчас скоро будем мучить Гарика вопросами. Yeah.
Don't touch that dial. Listen to the words of the first tongue, more time about weird and demolition my competitive players on my lyrical tongue, and I can never done. Demolition man say so. Demolition man say so. Sin. Here it is. Demolition man say so. Demolition man say so. Here it is! Pass me a dub plate. We're gonna kill a sound guy tonight. Hey, 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 hey. Pass me a dub plate. A sound guy will surely die. Да, ребята, промокод Green Vibes G и V большими буквами без пробела. И вы, собственно, билет у вас на практически на почте. Халява! В общем-то, Jungle Planet в эту субботу, 8 декабря, клуб «Правда». Гарик, давай добавишь что-нибудь. К Димкиным словам, всем приглашению. Всем да, привет. Да. Да, 8 декабря, клуб «Правда», два танцпола, Jungle Planet, все состоится. Это мы слышали. Что-нибудь еще такое, эдакое, не знаю, там какие-нибудь, может быть, интерактивы что-то будет, я не знаю. Да нет, все по стандарту. Ну, приготовили интрушки для каждого, собственно. Да, там, свою я уже слышал, да, состав, запили. Состав такой бомбический, свой. Хороший, да. Насыщенный, я бы сказал. Ну и, собственно, сегодня у вас такой уклон в вашей подборке, вот в такой рага-джангл. Да, примерчик, да, с Дабвайсом. Ну, в принципе, в основном, наверное, будет вот такая вот музыка преобладать на этом фестивале, да? Да, в основном. Или это ваше желание? Нет, ну там, да, уклон как бы на джангл, рага-джангл, но, конечно же, будет и джамп-ап, и нейродип, там. Слушай, ну я постараюсь. Я просто постараюсь сделать тоже соответствующую подборку, что-нибудь этого такого. Я не знаю, буду ли я играть непосредственно old school. Но посмотрим, какое будет настроение. В любом случае, я очень люблю UK Hardcore, Happy Hardcore, начало 90-х, вот, середина 90-х, именно расцвет джангла. Вот, посмотрим, я не знаю. Все это экспромт, который мне непосредственно нравится. Когда приходишь, смотришь на танцпол, и что может зайти, ты это чувствуешь, пропускаешь через себя и, собственно, заряжаешь. В общем-то, окей, слушаем Димку Пульсара. Yeah.
Original Nata, UK Apache. Отличный трек, как раз таки классика джангл, рага джангл. Друзья, пришел вопрос, прямой эфир, будет ли на Jungle Planet? На самом деле, ребят пока что еще не знают, возможно, но я постараюсь лично сделать эфир своего выступления, чтобы потом на память осталась запись, да. Конечно же, прямой эфир будет ВКонтакте через приложение VK Live, да. Главное, чтобы интернет хорошо ловил. Боже, что я слышу? Очередная классика. Это Bad Company, The Nine. Первый релиз на их же лейбле Bad Company Records, да. Трек по-прежнему играют, тизят его. В общем-то, вошел в историю однозначно. Друзья, напоминаю, что с вами DJ Profit. Представляю Bassline Show каждую среду с нуля до часу ночи на DFM. И сегодня у меня в гостях Green Vibes. Кстати, кусочек этого трека звучит в моей заставке Bassline. Сейчас вы услышите его. Вот он. We'll be right back.
Кирилл будет ли в Санкт-Петербурге в этом, а точнее в следующем году, в начале World of Drum and Bass? Ребят, не будет, потому что, к сожалению, не успели подготовиться. Но, я думаю, в 2019 году, может быть, в конце его мы возьмемся, организуемся, либо в начале 2020 года. Также вот есть вопрос, антивирус блокирует купить билет. Так отключи антивирус, все нормально. Композа со старым сэмплом Remark Drum and Bass Vice в ремиксе Серва. Подглядел. Ну и опять-таки классика. Димон, иди сюда. Давай, называй, чей трек сейчас играет, а то все я за тебя. DJ Zing. Трек называется Reach Out. В ремиксе. В ремиксе с DJ Zing. Так, 2003 год. Да. True Place Records, да-да-да, была пластинка у меня, но, к сожалению. В общем-то, давай, рубай дальше. Мы слушаем. Вот такой вот вопрос. Те ребята, которые уже купили билеты, а вы сейчас, собственно, запустили промокод для того, чтобы ребята получили бесплатно. Как быть с теми, кто уже купил? Что? Пускай следят за новостями во встрече, скоро все будет известно. Да, во встрече ВКонтакте. Так что, ребят, не расстраивайтесь ни в коем случае, ништяки придут, да. Обожаю RM Records, одна из моих самых любимых пластинок от этого лейбла. И сейчас все музыканты — это Шиман, композиция «Хаш-Хаш», конец 90-х. Ой! We'll be right back.
общем-то, NDC запустил такие сборники под названием Ram Riders, где было по три пластинки. Разные музыканты, разные треки. На каждой стороне по одному треку. В общем-то, это получается это 6 треков, да. И вот на, я не помню, какой-то по счету Ram Riders, в общем-то, вышла вот эта вот композиция замечательная. Веселуха! Ну, конечно же, этого музыканта тоже можно узнать под первым ноткам его треков. Это Dillinger, Англия, конечно же, Valve Records, вообще тусовка. Cybertron. Ребята, сегодняшняя программа Basement Show подходит практически к завершению. Да, еще, наверное, еще один тречок от Димки Пульсара. И скоро с ребятами будем прощаться. Еще что-нибудь добавит от себя.
Ну а вы пока что можете писать название своего города, которое я буду озвучивать, тем самым передавая привет. Погнали! Заодно проверим, сколько вас и откуда вы. Итак, началось, посыпалось Зеленоград, Ижевск, конечно же, Москва, электроугли, Воронеж с нами, Урюпинск, Орел, Донецк, Ростовская область, Солнечногорск вместе с нами, Пенза, Королев. Подмосковье, да. Вологда, Алатырь, Нижний Новгород. Орехово-Зуево, Так, в общем-то, Димку, да, оторвали. Озвучивай последнюю твою. Короче говоря, да, сейчас играет композиция. Мы ее наконец-то доделали. Это работа, это ремикс на DJ Groove. Ага. На его трек, который называется... Женя, ты слышишь? Спи, вставай, включай. Трек называется Spirit. В общем, да, наконец-то эта работа, она дошла и до Евгения. Кстати говоря, он уже ее услышал перед эфиром. Ага. Зареспектил, осталось все нормально. Осталось только сыграть. Да, все сыграет. Он сказал, что он ее, по идее, должен сыграть на следующей неделе. Обязательно послушаем. Отлично. И так еще мини-информация по поводу выступления Green Vibes, которое произойдет в Ижевске. Ага. С 1 на 2 число. В общем, в городе Ижевск, Green Vibes. Так что, ребят, вместо промоутера... С 1 на 2 января, верно? С 1 на 2 января, да, я поеду. Ох, ребята, ну, желаю вам удачи. В общем-то, ребят, большое вам спасибо. Я не в свой микрофон говорил, по-моему, да, я в твой кричал. Я хочу вам сказать большое спасибо. У нас буквально 30 секунд. Спасибо, друзья, молодцы, что, что были, пришли. Да. Гарик, тоже что-нибудь давай, от себя давай. Маме, папе, бабушке. Да-да-да, всем родственникам привет, жене, сыну, всем маме, папе. Хочу передать привет пацанам из Around Sound, Out of Reality, Drop the Bass, тусовки, все, Time of Night. Ну и всем-всем-всем, кто нас знает. И Маше Мессии, главное, передать привет. Да-да-да. Слава Синяков, тоже привет. Ребята, все, всех ждем в эту субботу. Jungle Planet, вторая клуб «Правда», да? Yeah. Все, всем пока, ребят, спасибо.